чуть побольше. Вот мы и пропустили тот момент, когда мяч оказался в сетке ворот хозяев поля. Это и была та контратака, которая принесла гостям первый гол. Это было больно. Вот у Липеля снова есть отличный шанс поквитаться с гостями. Падение, и, возможно, Липель сейчас выполнит штрафной удар. Так Липель выполняет штрафной удар. Справа от ворот гостей, примерно в 7 метрах от штрафной площадки, удар. Нет, это был розыгрыш. Опять игроки гостей оказались на месте. Но команда Липеля заработала угловой удар. Да, как раз сверху видно, что мяч пролетел по достаточно правильной траектории. Единственный недостаток удара – это высота, на которой прилетел мяч. Ну что же, если сравнить обе команды, то предельно понятно, что команды не кучкуются. Если уж команда Бреста представляет из себя точно профессионала, то можно сказать, что сборная города Липеля от них практически не отстает. Но учитывая, что это игроки высшей лиги, на данный момент счет мог быть совсем другим в пользу гостей. Да, подача никуда с углового. То игроков.